Всем привет! Сегодня я расскажу, как бороться с запотеванием маски. Очень часто наши дайверы жалуются: «Ой, у меня потеет маска, что я тут с ней только не делал, ничего не получается, я использовал фирменные антифоги, разные составы, мыл ее фейри, но маска продолжает потеть». Что же делать? Проблема решается очень просто. Нам понадобится обычная зажигалка и бумажные салфетки или туалетная бумага. Перед тем, как что-то делать, убедитесь, что вы используете настоящую дайверскую маску, в которой закаленное стекло. На стекле должен быть значок, либо надпись, что это закаленное стекло. Снорклерские маски используют пластик вместо стекла, и если его будете греть зажигалкой, то, скорее всего, просто она расплавится. Берем нашу зажигалку и начинаем обжигать стекло маски изнутри. Аккуратненько, чтобы не подплавить рамку маски. Аккуратно обжигаем все стекло. Поочередно обжигайте оба стекла. Не держите огонь на одном месте. Старайтесь сделать так, чтобы все происходило равномерно. Вы видите, где мы обжигаем, там замутнение проходит. Если вы увидите на стекле следы копоти, не пугайтесь, это нормально. Потом мы это все удалим салфеткой. Берем чистые салфетки и тщательно протираем наши стекла, удаляя весь нагар, все следы сожженного силикона. Сейчас вы видите на салфетке черные следы, и это значит, что маску мы почистили качественно, и потеть она больше не будет. И напоследок я дам вам несколько советов. Перед тем, как заходить в воду, поплюйте в маску. Маска должна быть сухой. После этого разотрите все пальцами, промойте и оденьте маску на лицо непосредственно перед прыжком. Не делайте этого сильно заранее, никакой пользы от этого не будет. Если вы с утра наплюете в маску, прочистите ее, прополоскаете, перед прыжком оденете, она у вас запотеет. Запомните, непосредственно перед тем, как идти в воду, не заранее. Надеюсь, что наши советы были полезными для вас. Подписывайтесь на наш канал о дайвинге, путешествиях и кулинарии.